Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня мы с вами получаем 12 токенов от проекта Global Crypto Offering Exchange. Это в эквиваленте 7 долларов США. Но не будем переживать, что это мало, так как до ноября месяца, когда закончится ICO этого проекта, я надеюсь, что эта сумма увеличится в разы. Так как проект очень хороший, также этот проект предлагает 2 доллара, то есть 3 токена за каждого приглашенного гостя, реферала, друга. Этот проект позволяет публике иметь беспрецедентный доступ к звездам посредством продажи эксклюзивных товаров и услуг, как раз транслируемых через токены этой компании. То есть проект 100% не скамовый. Проект оценивается очень высоко, топовый, и кто захочет вложиться материально, пожалуйста, изучайте. Все есть на сайте, а также есть white paper на 58 листах, где есть полная информация о проекте. Но у нас с вами цель одна – бесплатно за 3 минутки пройти airdrop этого проекта, получить свои токены, дождаться листинга этих токенов на бирже и, соответственно, продать их целью прибыль. Итак, что мы делаем? Как обычно, проходим по ссылочке, которая расположена снизу моего видео, где написано слово «регистрация». И попадаем вот на такую вот страничку. Здесь нам нужно будет заполнить эту форму, к ней мы перейдем чуть позже. А для начала нам нужно будет зарегистрироваться на этом официальном сайте, который я вам только что показал. Для этого нажимаем вот на эту кнопочку. И попадаем вот на такую страничку. Здесь мы нажимаем «Авторизоваться». Здесь нам предлагает система войти в свой личный кабинет, но нам нужно создать для этого аккаунт. То есть нажимаем вот сюда, чуть повыше. «Регистрация». Здесь мы заполняем имя, адрес электронной почты, указываем пароль, подтверждаем пароль, повторяем пароль. Вот сюда вот ставим две галочки и нажимаем «Зарегистрироваться». После этого к нам на почту приходит письмо подтверждения нашей учетной записи. Вот так оно выглядит. И мы нажимаем вот сюда «Here». После этого мы попадаем на страничку как раз-таки входа в свою учетную запись. И сюда вводим свою электронную почту, которую мы только что подтвердили, и пароль, который мы придумали буквально минуту назад. Здесь проходим вот эти вот буковки, вставляем небольшую капчу. Можно поменять, если кто-то плохо видит эти буковки. Вставляем вот сюда в окошечко и нажимаем логин, залогиниться. И попадаем в свой личный кабинет. Здесь у нас сразу с правой стороны будет отражено имя, и больше, в принципе, нам этот кабинет никак не нужен. Будем ждать, когда после airdrop, после окончания его, нам придут вот сюда вот на баланс наши токены. Все, это дело мы сделали. Теперь нам нужно перейти к формочке, которая мы были изначально. То есть вот сюда. Итак, что мы здесь делаем? Мы зарегистрировались. Здесь просто нужно заполнить эту форму. Итак, заполняем сюда свой email-адрес, который только что подтвердили. Сюда заполняем имя пользователя Телеграма с собачкой. И, соответственно, сразу вот на эту ссылочку нажимаем и вступаем в группу Телеграма этого проекта. Я уже вступил, у вас здесь будет кнопочка «Вступить». Нажмете и все. На этом это сделано. Проходим дальше. Сюда нужно заполнить «Вступить в Twitter». Давайте нажмем опять же сюда «В Twitter» и вступим в Twitter. Я уже нажал «Читаю», вам нужно нажать «Читать» и перейти обратно к форме. А вот сюда нужно вам заполнить будет username Twitter. Но проект просит заполнять вот таким вот образом. Скопируйте только имя после вот этой косой черточки. То есть копируйте ссылочку в браузере на свой Twitter, убираете все то, что до этой косой черточки, оставляете только что после косой черточки свое имя и вставляете сюда. Сейчас я вам покажу, как наглядно это сделать на своем Твиттере.
То есть перехожу к себе на страничку, переходите к себе на страничку, в Twitter, дальше в строке браузера копируете свою ссылочку на свою страничку, вставляете ее вот сюда вот, то есть не сюда, это Telegram у меня здесь, вот сюда вот, вставляете и убираете все то, что до косой черты, оставляете только вот это. Ну и, соответственно, username Twitter так и получается. Так, сейчас еще раз минутку, чтобы не ошибаться. Да. Далее. Далее, вот это нужно нам ретвитнуть. Этот пост прямо нажимаете на него. И делаете ретвит. Можно поставить лайк, чтобы сердечко красное было. Что я сейчас вот сделаю. И также можно ретвитнуть. Уже у меня зеленым отмечено, я уже ретвитнул. Вот отменил ретвит, и для вас еще раз ретвитну. Ретвитну. Все. Итак, тоже дело сделано. И все. На этом наш airdrop практически пройден. Остается нам только пройти капчу. Я не робот. И, соответственно, нажать вот на эти две галочки и присоединиться к airdrop. Нажать кнопочку. Все. Для тех, кто не собирается приглашать, соответственно, рефералов и друзей, airdrop пройден. Ждите свои 7 долларов. Я надеюсь, это в перспективе будет и 70, и 700. А для тех, кто будет приглашать друзей, вам на почту придет вот такая вот. Ну, то есть после того, как вы нажмете на кнопку, только что, которую я вам показал, присоединиться к AirDrop, у вас сразу откроется вот такая вот формочка, где у вас будет дана реферальная ссылочка для приглашения друзей. Также, если вы копируете эту ссылочку, и после этого вот здесь вот есть дашборд, нажмете сюда, вы можете проверить свой баланс друзей. Ну и рефералов. Вставляем. Обновляем баланс. И вот здесь вот видите, да, у меня их 0. И также письмо придет на почту с теми же данными, то есть также ваша та же реферальная ссылочка, и здесь же вы сможете проверить свой баланс. Также нажимаем на баланс, опять же вставляем эту же ссылочку и опять обновляем и проверяем. Эту ссылочку, пожалуйста, сохраните себе куда-нибудь в заметке, чтобы ее не потерять. Заканчивая видео, повторяю, что с правой стороны у меня высветится мой плейлист с проектами, где я принимаю участие и вам рекомендую. Чуть пониже подписывайтесь на канал. Кому была полезна информация, ставьте лайки, подписывайтесь на мои соцсети. Всего доброго, до новых встреч!